вернулась из Европы, только что вернулась. And as I was standing in Europe, когда я пребывала в Европе, and I was talking to a pastor in Germany, я разговаривала с пастором в Германии, from the city that my family left in 1633. И я разговаривала с женщиной, которая она живет в том городе, откуда моя семья в 1633 году уехала в Америку. We were Lutherans. Мы изначально были лютеране. And we left because of the 30-year war and because of the difficulties. И уехала семья, потому что была 30-летняя война и сложности, которые с ней возникли. And the woman said to me, и эта женщина мне сказала, I hear you do something in Russia. Я слышала, что ты что-то делаешь в России. She says, I know Russians. И она сказала, я знаю русских. They look sometimes hard on the outside. Внешне они иногда выглядят сурово. She said, but there's something on the inside. Но есть что-то внутри. She said, there is a loyalty. Это верность. A loyalty in friendship. Верность в дружбе. But a loyalty before God. Верность Господу. As she said those words, и сказала эти слова, I heard the Lord say to me, и как будто Господь, я слышала, что Господь мне сказал, go to Russia. Езжай в Россию. And tell them, и скажи им, I have need of them. Я нуждаюсь в них. Because they are loyal. Потому что они верны. They hear my voice. Они слышат мой they голос. Obey my word. И слушают мой they голос. Go where I say go. Они пойдут туда, and куда я скажу пойди. What I say do. И сделают то, что я скажу делать. Now listen. Послушайте. I had a dream a year ago. I had a dream on the day that the new law was signed. The night before. Ту ночь, когда был принят обсуждаемый нами закон. В ту ночь у меня был сон. What was in that dream? Что было в этом сне? We were meeting to decide what we were going to do. Я как будто присутствовала на собрании, на которой вот как здесь я собиралась поехать. What are we going to do? Что мы собираемся What are we сделать? Going to do? Что мы будем делать? But at the head of the table was a new generation. И я увидела, что во главе собрания, за центральным столом, сидели представители нового поколения. And they looked at us. Они смотрели на нас. Because there were a lot of builders in the room. Builders Потому of the church. Потому что в этой комнате находятся основатели церквей. Строители. And do you know you are world famous? Do you know the Church of Russia is world famous? Знаете ли вы о том, что церкви в России известны в мире? Why? Почему? You've done in 20 years what no one else has done. То, что вы проделали в течение этих 20 лет, никто еще не проделывал. But we've built. And we've built, Но мы and we've built, устрояли, and we've built. Устрояли, устрояли, and this is и wonderful. И это прекрасно. But I hear the voice of the Lord say, Но я слышала, что голос Господа сказал мне, There is a new generation есть новое поколение, that has not seen the glory of God. Они не видели того же излияния Господа. There is a new generation. Это уже новое поколение. They have not experienced what Bishop Sergei Rakhovsky or a bishop Rick Renner has experienced. Они еще не испытали той славы, которую прошел пастор Сергей Васильевич и пастор Рик. And many of you here. И многие здесь There is a new generation. Это новое поколение. That must experience the glory of God. Которое еще должно испытать эту славу Господа. Now listen. Послушайте. I was in that dream. I got up from the table. Я когда видела этот сон, я как будто поднялась из-за стола. And I went through a long dark corridor. И пошла по длинному темному коридору. Terrible things were trying to happen. Какие-то страшные вещи будут происходить. Tried to. Try.
tried. Какие-то страшные вещи попытаются произойти. But could not. Но не смогут. Couldn't touch us. Они нас не затронут. Now listen. Послушайте. When I walked through that room, когда я вышла из этой комнаты, and I started, через эту комнату, and I came back, и вернулась, and I began to pray, и я стала молиться. And just like your Luther, three knocks. И так же, как мы видели эту сценку, где Лютер, Мартин Лютер, прибивал тезисы к двери. You did it in your video. Так же, как я видела это на этом видео. I took a few steps. Я сделала несколько шагов. And I saw the glory of God. И увидела славу Божью. It was beautiful light. Это был такой великолепный full свет. Of color. Полный разных оттенков цветов. Full of joy. Радости. And then I took a few more steps. Я сделала еще несколько шагов. And as I stepped, и когда я их сделала, I stepped into a place, я вошла в... where all of creation came to attention. Я вошла в то место, где все творение, the animals came to attention. Все творение внимало. Because of the glory of God. Звери, все творения. Listen to me, people. Потому что слава Божья. Послушайте меня. This is the hour for the glory of God to manifest itself again in Russia in even greater ways. Придет время проистекания славы Божьей в России даже еще в более могущественным образом. And on the third time, now listen. Послушайте, пожалуйста. On the third, I continued to pray. И третье то, что я увидел, я продолжила молиться. The glory of God was so bright. Слава Божья была так величественна. It was so strong. Такой силы. That it lit like a hot white light. Hot white light. I don't know how to explain it. Знаете, такой ослепительный свет, который аж обжигает. And I heard the Lord say. И я слышала, Господь мне сказал. My harvest. Жатва моя. My harvest. Жатва моя. My harvest. Жатва моя. Now listen. Послушайте. I've just come from Europe. Я вот только что приехал из Европы. And Europe is waiting on you. Европа ожидает нас. We're in a corridor. Мы как бы в коридоре. We're in a corridor. Мы как бы в коридоре. And there are things happening. И что-то происходит. And we're trying to fix them. И мы пытаемся их исправить. We're trying to get ready for them. Мы пытаемся подготовиться. We're trying to prepare for them. Мы пытаемся подготовиться. But there is something that God is doing in the earth. Но есть еще что-то, что Господь сейчас творит на земле. And something He needs Russia to do. И для этого нужны русские, чтобы all, это произвести эту работу. Is, all of Europe is waiting on you. Европа ожидает нас. Listen to me. Послушайте меня. I'm leading. Is this okay? Are we okay? Yeah. Sure. I'm meeting with the leaders of all of the organizations of Belgium. Я в Бельгии встречалась со многими лидерами. Do you know what they say? Знаете, что они сказали? We took several teams from Russia over there. Там было несколько команд из России. Мы взяли с собой команду из России. Where did you get these people? И они сказали: вы откуда этих людей набрали? How do you find a team like this? Как у вас получилось собрать Where такую do you find команду? People like this? Где вы смогли найти таких людей? They said, teach me. Нас научите, so that I can lead people like this. Чтобы я могла так, могли мы так же вести I said, таких Don't людей. Blame me for this. И они сказали, Лесли говорит, меня-то в этом не обвиняйте. You are looking at Russia. Вы посмотрите на Россию. And you are looking at Russians. И посмотрите на русских. And you are looking at people. На этих людей. Who will turn the whole world upside down. Которые перевернут весь мир сверху дном, сверху вверх кармашками. Now listen. Послушайте. When T.L. Osborne came to Russia in 1995. T.L. Osborne приезжал в Россию в 1995 году. He said these words. И сказал эти слова. The Russians are coming. А знаете, да, это выражение русские идут. Русские идут. Русские идут. But he said. А он сказал так. This time. А в этот раз. They're coming with love. Они придут с любовью. Amen. Hallelujah.
Hudson Taylor said. Hudson Taylor. And the starry starets. Старец. I'm sorry. Да, это по-русски, да. Sorry, pardon. And thank you. They both said. Они сказали. That an awakening would come out of Russia. Пробуждение будет происходить из России. And go into Europe. И будет проистекать How в Европу. How is it going to go into Europe? А как это будет происходить oh, в Европу? Oh God, we send it. We send it. О, we Господь, send it. Мы отправляем. Мы отправляем. No. Нет. We say, Oh God. Не, мы говорим, Господь. Here I am. Вот я. Send me. Пошли меня. Send Russia. Россию. In the name of Jesus. Во имя Иисуса. Amen. Аминь. Do you know what they said in Belgium? Знаете, что в Бельгии сказали? They said, if they can do it in Russia. Они говорят, ну если они в России это могут делать. Certainly, we can do it here. In Europe. Однозначно, что мы в Европе это тоже можем сделать. The Russians are coming. Русские идут. Lift up your eyes, for the fields are wide unto harvest. Давайте наши глаза, пусть наши глаза воззревают в ожидании жатвы. Why does pressure come? Давление будет приходить. Why? Почему? Kevin always said. Kevin, my husband has always said. Мой муж обычно говорит. You can have unity for one of two reasons. Единство может быть по одной из причин. You can have unity because of vision. Можно быть в единстве, имея видение общее. Or you can have unity because of persecution. Или можно объединиться из-за гонения. I recommend we choose unity on both reasons. Я рекомендую объединиться по двум причинам, которые я назвала. Thank you. Thank you very much.